Указом президента Российской Федерации от 18 сентября 2023 года номер 694 введена возможность предоставления цифрового удостоверения вместо бумажного паспорта. Цифровой паспорт – это удостоверение личности в виде пластиковой карты с чипом. На ней помимо паспортных данных могут храниться водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН, электронная подпись и даже биометрические данные. Цифровой паспорт можно будет показывать в мобильном приложении «Единый портал» государственных и муниципальных услуг. Предъявление документов, удостоверяющих личность в электронной форме на портале госуслуг, будет соответствовать предоставлению бумажной версии паспорта. За гражданином остается право использовать любой из видов документа. Важно знать, что мобильное приложение госуслуги можно будет использовать вместо бумажного документа только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригинала документов. Перечень документов, которые можно будет предоставлять с помощью государственных услуг, будет определен правительством Российской Федерации. Получить цифровое удостоверение личности можно будет с помощью портала государственных и муниципальных услуг.